Через 36 часов я окажусь в тропическом рае. Буду загорать на белом песочке, купаться в Лазурном море, а пока ждем. По своей значимости и ожидаемости отпуск можно сравнить разве что с Новым годом. Правда, подарки по случаю отпуска нам никто не дарит. Мы их делаем себе сами. Самое главное, не превращай подготовку к отпуску в работу. Делай все с удовольствием. Первое, что я сделаю, когда приеду на море, вот такое фото. А для этого нужен идеальный аппаратный педикюр. Но я рекомендую брать с собой косметику для ног. Это не крема, которая необходима каждому человеку по его проблеме. Потому что за ногами нужно ухаживать, кому-то нужны охлаждающие крема, кому-то от мозолей и от трещин. Это обязательно. Так хочется пройтись моими ножками по морскому побережью. Но мы продолжаем готовиться к отпуску. И теперь для того, чтобы на пляже выглядеть ослепительно, добавим блеска и волосам. Татьяна, у меня приятная новость, да, я собираюсь ехать в отпуск, но блондинкам очень тяжело, да, переживать солнечные лучи, морская вода и так далее. Хочется как-то подготовить. Что вы можете посоветовать? Ну да, я сама блондинка и, конечно, вам могу порекомендовать услугу для увлажнения, чтобы волосы увлажнились, восстановились, чтобы вы в одной процедуре все получили. И ламинирующий эффект, и увлажняющий, и блеск, чтобы волосы не путались. Процесс нанесения эмульсии состоит из 4 этапов. Итак, первый этап. Моем волосы шампунем без бальзама. Сушим феном на 100%, без применения расчесок, чтобы не травмировать волосы. Второй этап. Нанесение на волосы наномолекулярного облака для восстановления внутренней структуры. Проводится при помощи специальной расчески, которой обрабатывается каждая прядь. Там протеины и вытяжки различных растений. На 95% состав состоит из растительных компонентов. Третий этап. При помощи утюжка запаиваем наночастицы волосы, обработав волосы попрядно. И, наконец, 4 этап. Нанесение запечатывающего наномолекулярного облака для восстановления оболочки волоса. Ну и последняя, завершающая процедура. Запечатываем. Теперь мы все, что мы доставили, запечатываем еще одним составом. Точно так же 3 раза с одной, 3 раза. Да, да, точно так же. И пока Татьяна медленно проводит расческой по моим волосам, я сплю и вижу себя на Адаманском побережье. Ну все, процедура завершена. Тань, ну потрогайте, посмотрите, какие волосы стали. Ну, чувствую эффект. Жалко, что ты не можешь дотронуться и сам убедиться в том, что волосы стали более мягкие и шелковистые. Зато ты можешь сравнить визуально до и после. Но чтобы закрепить результат, нужно позаботиться и о домашнем уходе за волосами. Что же взять с собой на море? Вот такую солнцезащитную линию. Шампунь, бальзам ухаживающий, спрей для волос и несмываемый уход. И еще один шаг к подготовке к отпуску. Загар. Вообще, как бы парадоксально это ни звучало, но в отпуск надо ехать со своим загаром. Не хочешь сверкать белизной на пляже? Придай своему телу бронзовый оттенок в солярии мощностью 240 Вт. А уже на пляже доведи свой загар до совершенства. Устроила себе праздник красоты и хорошо подготовилась к отпуску Татьяна, дежурная по рубрике.